И снова всем привет, ребят. Очередное чудо из Китая. Захотелось мне сделать все-таки на него игровой тест. Потому что в целом телефон показал только из классной стороны. Блин, оказалось, считаю, что вот рекламаю. Но вот в натуре в комфортный, в компактный, учитывая, что в нем аккумулятор с 10 тысячами миллиампер часов. Идет экранчик 6,5 и Full HD+. Ребят, 464 идет и всеми вот любимый, в кавычках, Helio MTK-T23. Я надеюсь, что все слышали. Захотели со сканера, потому что включается, но все включается и срабатывает. За чего я акцентировал, что, ну, что в чем у телефонов плюсы. Что вот я уже сколько им пользуюсь, и, ребят, ну что аккумулятор здесь, ну что просто сказка. Я заскучал за такими, ну, телефонами, и из-за этого, я не знаю, вообще, я просто, ну что в шоке, что, ну что к чему, как, ну что включается и срабатывает. Вот просто мне аж интересно, ну что стало. Ну что честно, вот я не успеваю, но да, ну что для спортивного интереса, ну что делаю для вас, ну что видео. Асфальт включил в картинках по максимуму, так что я так думаю, что будет все-таки чуть-чуть притормаживать, так что, чтобы, ну что, не, ну что, удивлялись, что сталкиваемся, скажем так, с тормозами, правильно? Следующая акция, все равно играть. Включаем. Давайте на беленькое или нет. Пустишь меня? С подсветочкой, чтобы вы, ну что, увидели, сделал чуть побольше, чем по максимуму, а то уже включил в 3 лампы, так что... Ну что, знаете, я говорил, что сейчас стажируюсь на типографию, ну что из-за этого изменились и локации по фото. Так что будет сейчас уже чуть-чуть все по-другому, и в темноте буду снимать, пока, ну что, вот лето не прибудет, скажем так. Чуть тише, давайте. Это я втыкаю из-за камеры, потому что извините за слово. О. Ну вот видите, я надеюсь, что все видели, что иногда попадают, потому что и фрезы все-таки. Ну какие злые копы. Обалдеть. Ну что, первый раз хотел, по-моему. Ага. Вот видите, оказался вот в конечном итоге в таким я злым доме. Опачки. Давайте еще раз по кувыркам. Ну, надеюсь, ну, что все увидели, вот именно в сценах, где мы их уже убьем, там сталкиваемся с проблемами в конечном итоге. Но я надеюсь, что все увидели, ну, что Ленька оказался чемпионом пока. Это вы прикиньте, ну, телефон, смотрите, по аккумулятору уже живет, считай, что трое в суток. И при том, что вот я, ну, что пользовался им-то и выставлял, и в YouTube общался и с людьми, и все полностью. Я говорю, я просто, ну, что в шоке. Знаете, вот я покупал BL7000, это был кусок шоколада. Я покупал BL12000, это тоже был кусок шоколада. Так, как попроще сделать? Давайте на твоей машине. Лучший. Все. Включаешь меня играть? Давай играть. Нет, ну что, пистов красненький. Не, включила, смотри. Окей. И за динамику, вот я рассказывал, знаете, вот еще бы здесь, ну что, оказался индикатор и камера, ну хотя бы чуточку лучше. Я не хочу лукавить, не, она не сильно плохая. Но в любом случае, за ту стоимость конкурентов по камерам, их тысячи просто, знаете, вот здесь просто в козыре аккумулятор, сказка, действительно в
толстой, тут именно по аккумулятору. Но еще лучше испытаем, а что же у нас здесь, ребят? А то, знаете, вот я стабильно ошибаюсь всегда. Ты кто такой? Давай, до свидания. На! Да-да. Аленька-то плюшки умеет иногда делать, ага. Блин, зубает меня. Обидно, досадно. Ну ладно, ладно, ладно. Не успел. За нами едут полицаи. Пока. И шикарное окончание игры. Я, по-моему, вообще в красава отыграл. Ну, пока, ну что, от аккумулятора, знаете, отталкиваться еще от рано. Стендов включил по максимуму. Все, что выставляется, то все включил. PUBG со средним мидом, ну что включилось. В танки я включил с минималками. Я не знаю, ну знаете... Я стабильно акцентировал, что все-таки Helios PIV 23, ну что это не игровое решение, и именно для MTK за слабо просто. Из-за этого, ну, такая причина, я не знаю, ну специально, что вот нас включают иногда за границей, вот смотрят, я специально показываю, что все включено по максимуму есть. Так, ребят, ну что, включаем здесь и попытаемся, ну, чуточку поиграть. С динамиками я говорил, вот единственное, что жаль, что в китайцы оказались все-таки от использования в 3.5. Оказался бы здесь еще 3.5, я считаю, что это, ну что, вот лишним, как минимум, не оказалось бы для такого телефона. Но китайцы умнее, им, знаете, лучше знать, что делать и что для нас поинтереснее. Вы уже думаете для себя... И делайте, ну что, какие-нибудь, ну что, вот выводы. Ну что, суть канала показать, что по аккумулятору, по температуре, ну что, как все включается и сколько он кушать будет. Ну, с винчестером еще, ладно. Тю, я смотрю, что по FPS у нас вообще печально в 36, в 33. Но вы учитываете, что я включил с максималками. Спину. Ждем. Так, пишется в 52, ребят. Пара-пап. Так, все-таки, вот видите, с снайперами играешь. Толк будет, а? А, то сюда нам надо было идти, да? Понятно. Я думаю, не в засаде сидел. Я попал кого-то, ура! Так, ну что, извините за эмоции, но... Но для меня это случается слишком, ну что, редко, из-за этого я так радуюсь, честно. Чтобы вот не удивлялись сильно. О, блин! Я попал. Ага. А! Вы слышали? А! Эй, не успел. Ну, здесь, видите, если он с автоматом... А ты с пурхалкой, то не совсем иногда получается полупиться с ними. Так что, опять.
То есть я с винчестера в него попал, ему еще в кое-куда. Пару раз обидно, честно. Что, в догонялки играем? Блядь, все на мне убили. Ну и, как сказал бы кто-то, ну и фиг с ним. Кстати, отдельно я в распаковке упустил. Отличное олефообразное покрытие. Вот вообще, вот ребята, огонь. Это первый, наверное, китайц. Слушай, где отличное покрытие? Вообще, ну, до такой степени в палец, в комфортно скользит, что ау. Ага, конечно. Опа, я в домике буду встречать тебя цветами. Давай. Ваха-ва. Так, по аккумулятору. Ну, давайте пусть 1% будет. А то, если честно, то оно, ну, что отминусовывать вообще, да, что-то нечего. Опа. Хей, я попал все-таки. Красава, Ленька. Ты прям, блин. Так, все, мы в бане. Вот, ну что, честно, вот, единственная игра, какую я вообще терпеть не могу. Вот, не обижайтесь. Вот, ребят, я понимаю, что у каждого свои вкусы, но вот я в нее вообще вот не могу играть. Вот, Call of Duty мне комфортно идет. Здесь мне, ну, абсолютно не то. Температура, извините, в 34-35 градусов в ПК для МТК это просто сказка. Я думаю, что просто из-за толщины в телефона, то оно в тепло, скажем так, и расходится в все стороны. Из-за этого так оно оказалось чуть-чуть, что получше. Так, ребят, ну что, включаем картон. Там. Ждем, что включилось. Там с настройками, вот я, ну что, вот не игрался в телефончик слабенький, знаете, и ждать чудес, что графика будет окей. Я считаю, что это самая дурня. Просто специально включу, чтобы увидели. Я сюда базовый, смотрите, звук, экран, изображение. Видите, ну, смысл включать вот то, что будет тормозить. Знаете, из Full HD экраном, то смешно просто, ну, что включать такую функцию, я считаю, что, ну, что глупо, ну, что действительно, он просто будет кушать все ресурсы в телефона, и в конечном итоге это проблема будет. А так спокойненько он включается и срабатывает, и все довольны. Вот, ребят, ну, скажите, ну смысл, ну что, просто вот так играть. А так себе, знаете, ну что, вот я говорится, все, ну что, в лучшем виде. Да, да. Бывает и такое, я говорю, ну что, глупостей часто достаточно. Но вот, вот здесь ситуация, что... Чуть-чуть получше будет. Окей. Это что за случилось? Так, ну что, интернет, все окей. У нас и ничего не должно было случиться, я не знаю. Температура. 1%. Минут есть 15 минут, 20 минут. Самый будет облом, если сдохнет ручка. Кто помнит, кто в школе учился в те времена, когда капилляров не было. Ну, в
пишите в комментарии, вот, ребята, как мы, ну что, дмухали все. А. Так, ну что, обучение включилось сразу. Ой-ой-ой, вот это я лоханулся. Ладно, будем, ну что, дмухать дальше. А то с карандашом, думаю, у меня проблема окажется. Ну, где-то копал какую-то хрень. Так, там пот какой-то. Так что оптимально идти в пустые домики сразу. Автомат, 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 автомат. Чё ж ты тупишь? Так, включите третьего лица. Так, ну что, извините, сделаю громче, чтобы слышать, когда меня будет, ну что, убивать. Так, кстати, по аккумулятору. Ну что, для информации, 15 минут съела 1%. Ну, знаете, вот я вам скажу, вот не знаю, что у вас, но там картинка, что у меня автобомба идет. О, автомобиль. Покатаемся, ребят, немножко. Ну, мы едем, едем, едем в далекие края, берем с собой девчонок и больше ничего. Не, ну, ребят, знаете, вот так пока играется, действительно комфортно. Здесь бы и хотелось бы что-то сказать, но вы учитываете, что мы играем с минималками. Так что, знаете, здесь чудо ждать не стоило. Ага. Нет, 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 нет. Я хочу гору наверх моим друзьям. Или почти друзьям. Короче. Ура. А тут домики есть. Ну нафига ты мне следует за кем? Вы знаете, вот вообще играется в комфортно и картинка обалдеть просто. Я бы, знаете, я бы хотел, чтобы сказать по поводу Дуди, но закончилось, как видите, чуть-чуть я упустил. Что-то не придумали. Окей, ну что, отключаемся. В чем суть у нас, чтобы вы, ну что, увидели, скажем так, одни из самых популярных игрушек на в теперешний наш день. Правильно? Правильно, ребят. Там уже что, вдруг кого-то что-то вот не устраивает. Извините. Вы знаете, куда идти, если что.
Знаете, вот, потому что изначально вот Леня там потерпел оскорбление, все на свете. Теперь уже чуть-чуть изменились наши времена. Я тоже человек с большим, как и вы, текстуры не хочу. Я включал, чтобы скачать. Так, включаем с минималок, смотрите. Настройки, графика. Ну, короче, все по минимуму включено. Так что в любом случае тут суть у нас, ну что, в другом игры. Чтобы вы увидели, как оно будет сейчас играться. 20 минут по аккумулятору. Смотрите на эту цифру, вот, ребят. Я не знаю, или это с подсветкой что-то не то, или сделать светлей. Но слепить экран в таком случае будет. Ну гляньте, ну куда уже больше. Или что-то сделал не так. И, я не знаю, но в комфортной, ну, потому что сделал уже светлее экран, чтобы хотя бы в конечном итоге оказался там, ну что, 3% в час или 4%. Так, смотрите, вот, ребят, по FPS-ке, ну что, 50-150. Вот что я акцентировал, что MTK это не игровые решения. Из 5. Ой-ой-ой-ой. Ой, я кот-то засветил. Шершень. Там кто еще? Короче, сейчас мне бочину будет лупить все, кому не лень. Хей! Я в леопарда еще попал даже. Ура! Там кто? Есть 75-й. Ну, кстати, из такой пурхалка, как у меня, то я ему даже ничего не сделаю. Да, конечно. Я счастливый такой, что вообще... Пара-па-па-па. Ай, блин. Под. Давай, ну. 149. На. А сколько у него секунд КД? Мне же интересно. Смотрите, в по FPS, кстати, стало 60, ребят. Я надеюсь, что все увидели. А я тоже танковать иногда умею. Ай, блин. Ну, но только не свои же. Ура! Да. Ну что, не успел. Ну смотрите, в конце спустилось, ну что, FPS до 33. Это тоже, вот, ребят, не дело. Вот видите, все-таки, ну что, танки для большинства телефонов, вот именно на MTK, включающие, я думаю, все, ну что, знают, что вот есть вот телефон от компании вот Redmi, вот Note 8 Pro, ну что, телефон, ну что, классный, там нормальные камеры, все полностью, но бляха-муха, танки вот не тянет, ну, ты бейся хоть, ну что, об стенку головой, но танки он абсолютно вот не тянет. Так, смотрите, в по FPS-ке 60-61. Пока. Пара-па-пам-па-пам. Что, все, как обычно, испугались, и Леня вперед, 62. Как нет, назад. Паджетта. Я куда? Что, все туда? Офигеть. Команда. Так, встанем пока, дежурите там себе. То там их 3, то значит все остальные 4 тут где-то тусуются. Так, смотрите, в чем прикол, что по FPS 61 пока. Опа. Стали ближе. А, вот где ты, подлый трус. Ой,
Ох, тут и 704-й. О, то сейчас они из меня будут делать колосматить Леньку. Ай. Да, конечно. Но это лучше, если сбивать хотя бы с катка, как минимум. Да шо ж ты? А, блин. Да. Так, ребят, смотрите, в пол, ну что, FPS-ки в 50. Ну, что вот я стабильно акцентировал с такими, ну что, телефонами, что 50, ну, с минималками на Helio P23 вы в танки поиграете, но не более. 35 градусов. Печалька, честно. Хотелось бы лучше, но получается, как всегда. Так, включается. Так, я думаю, все помнят, что мы включали со средними. Я включал, только какого лешего, но... Куда Google пропал? То есть ты включался уже. Падал. Ого! Як я люблю этот телефон. Знаете, ты иногда пытаешься что-то крутишь и стараешься, она тебе фигушки. Ничего вот не включается, бывает, ну что, и не заводится, не так и не так. Так, смотрите, вот, ребят, включены средние установки. Показываю, чтобы графику все увидели. Есть. Я не игрался, ну, то, если захотели, то включается еще. Ну что, высоко. Но лучше, чтобы вы хотя бы, ну что, увидели, как оно играется. Хотя бы чуть-чуть, чтобы и картинку, и графику. А то получается, вы упустите все. В конечном итоге. Да, 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 да. Пара-пам. Ну, конечно, аккумулятор здесь вообще. Я просто в шоке, честно. 2% за столько, сколько мы играем, то мне аж смешно сказать. Я специально, ну что, приплюсую еще 1% к нему. Так, картинка у нас. Все окей, ребят. Здесь мы уже... Я не играю ни с кем, ну извините, ребят, ну чё вы, пристал, я хочу дружить. Ну. Ты кто такой, давай, до свидания. Так, смотрим на картинку. Ну, картинка вполне, кстати, окей, вот я говорю, что всё-таки, ну чувствуется, что экран здесь вполне терпимый. Я говорю, что... Я не знаю, что сделала компания, ну что, Дуги, но автономность у него просто офигеть. Это, знаете, вот кто искал, ну что, рабочий телефон, то как раз тема. Действительно классно, тем более, что, ну что, NFC, камера, ну хреновая, не сильно классная, ну и фиг с ним. Ну, за такие деньги, я считаю, тоже покатит вполне. Так, и что там? Не хочу я с тобой прыгать. Ура! Так, ну что, где мост? Чего вот я скакаю, ну что здесь, чтобы, если что, оказаться или на той стороне, ну что, ну, или на той, а то сталкивался с ситуациями, что я был на одном острове, а надо было оказаться вот на другом и бегал, искал автомобиль. В конечном итоге оказывался в ЖЭ. Скажем, в плохой ситуации. Пам-пам-пам. Опа, и споймали в первый фриз. И еще один фриз. И вы прикиньте, что я со средними играю. А включил бы я и с максималками. Вот вы, ребята, вот скажите. И знаете, вот
Иногда бывает, там мне кто-то что-то говорит, что ты там делаешь не так. Ну, конечно, я делаю не так. То есть специалисты все вы. О, у нас еще и автомобиль есть. Ура! Так что. Мне бы автомата какого-то нормального. Он не с пистолета. Аллилуйя. А касочку. Сковородка. Знаете, вот если захотелось кушать. Вот, ребят, смотрите, сколько показывать. Ну вот вы мне скажите, ну 3% в 30 минут. Да? Нормально. Это законно. Слушай, Вива, вы офигели. Так, ну ладно, уже для спортивного интереса чуть-чуть поиграем. Меня жена потом с дому выгонит. Ну, ладно. Все для канала, для людей. Тут суть не меняется. А, я его увидел. Давайте на окошко. Тю, я попался еще даже. Ха, от первого лица даже. Прикиньте. Парам-папам. Курс лечения. Да. Прикид. Штаны там. Кекс. Так. Ну, думаю, что от первого лица все увидели, как я вообще смотрюсь. Так, а пиво где? Опа, сейчас шкурну и вой. Так, где я нахожусь? Ну, в целом, вполне окей, но все-таки, вот видите, вот как я говорил, что в конечном итоге придется идти на второй остров. А здесь уже сталкиваемся с проблемой. Пара-па-па. Пара-па-па-пам. Пара-пам-пам-пам-пам-пам-пам. Пара-пам-пам-пам. Ну и слышал меня кто-нибудь? Я здесь, друзья мои.
Вот, если еще чуть на автомобиле покатаюсь, да, отключаюсь. Ну уж извините, вот, ребят, я говорил, что я эту игру терпеть не могу. Вы знаете, вот в Call of Duty, ну хотя бы в динамике есть, да что-то есть. Вот здесь этого вообще вот нету. Так, извините, я сделаю чуть тише. Так, и споймали приз. Один. Барабам, барабам, барабам. Барабам, пам, пам, барабам, пам, пам, барабам, пам, пам, барабам. Ура! Да, знаете, вот после шарка ты, конечно, здесь играешь и офигеваешь от того вообще, как это играет. Да, лечу, пацаны, сейчас. А меня в спину убили, конечно, мит. Засранцы, вот так нечестно. Вот так всегда. Вот видите, вот дискриминация. Вот где вот есть справедливость. Короче, вот, ребят, смотрите. Ну что, итог. Отыграли мы. Нет, температуру еще я покажу. 35 градусов. Отыграли мы, в общем, 35 минут. И съела, вот, ребят, 4%. Ну ладно, в 5. Короче, в 10%, ну в час по максимуму. Есть будет с подсветкой 50%. Я даже, знаете, я не знаю, что сказать. Это просто супер. Всем спасибо, извините, что долго пока.